Друзья, всем привет! Второй день я на рыбалке. Вот такая красота, штиль, тишина. И по рыбе тишина. Рыбка тоже молчит, как и вчера. Но я одну щучку уже поймал, такую килограмма на полтора, на два. Стоял вот там вот на русле. Ну, там много рыбаков, я туда уплыл. Ничего, там яма, перепады хорошие, но ничего, ни одного тычка не было. Сейчас плыву к камышам, попробую под камышами побросать силикон, железо, может что-то там проклюнется. Уже 2 часа. Бросаю приманки, плаваю. Ни одного тычка. Где наша рыбка? Непонятно. Меняю приманки. И тишина. Ну, еще время есть. Сейчас начало 11. Думаю, может попозже будет выход. И рыбка проклюнется. Ну, а там посмотрим. Пока обкидываем бровку. Меняю позиции, приманки, и пока тихо. Рыбка вообще отказывается брать. Ну что, друзья, подошла к концу моя рыбалка, и это рыбалка, скажем так, и доволен, и нет, рассчитывал на хороший улов, на поимку трофеев, но этого не случилось. Ну, поймал одну щучку неплохую. Сейчас я вам покажу ее. По сравнению с как у других, это еще зачет. Вот она. Ну, такая, килограмма 2, наверное. Хорошая щучка. Все, друзья, всем, кто смотрел, огромное спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, как у вас обстоят дела с рыбалкой. А я поехал домой. Всем пока, ни хвоста, ни чешуи.